прошлом году у нас были, в прошлом учебном году, у нас были замечательные университетские награды. Мы впервые стали, наш университет впервые стал победителем республиканской универсиады среди университетов. Газета «Гродненский университет» второй раз в истории стала победителем национального конкурса «Золотая литера». Наш университет победил в республиканском конкурсе социальной рекламы «Молодежный взгляд», ну и еще много других достижений университета. Но, как мы говорили, достижение университета – это достижение его сотрудников. И очень приятно, очень показательно, что к дню рождения университета награды наших сотрудников были разных уровней. 4 государственных награды, которые вот представлены на слайде, правительственные награды, тоже 4, которые получили наши сотрудники. Кроме этого, у нас было 59 ведомственных наград, наград местных органов власти 68, ну и награда университета 562. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что награды, ну, нашли своих героев, но мы награждаем не только к каким-то юбилейным датам. Поэтому огромное спасибо всем за ту работу, которая была проделана накануне и которая была проделана вот к 80-летию университета. Очень показательно и очень приятно то, что в этот год, юбилейный год нашего университета, было защищено достаточно 13 кандидатских диссертаций, и защита этих 13 кандидатских диссертаций позволила нам еще более там, чем на до 53,2 выросла, как мы говорим, остепененность в нашем университете. Еще недавно, 4 года назад, она составляла 46%, ну и вот за 4 года 53,2%. Это хороший шаг, хороший рост, и я желаю нам всем, чтобы мы этот рост продолжили. Наши студенты являлись и являются стипендиатами президента Республики Беларусь. Они являются стипендиатами Министерства образования. Наши спортсмены тоже победили на различных соревнованиях. И это в том числе и дало такой вот плюс, особенно спортивные победы, в республиканской выигрыше. В республиканской олимпиаде.